В первую очередь я упираюсь руками об его спину, чтобы он не пристал, создаю давление. Правое колено вставляю, посмотрите, ему в области шеи и трапеции прям вставляю. Для чего я вставляю? Чтобы он не сдвинулся ни вправо, ни влево. Я вставляю, ни ко мне не подошел, я ее вставляю. Левой рукой, посмотрите, я просовываю ручку через пояс. Правой рукой очень важно, где я беру? В области плеча или локтевого сустава? В области локтевого сустава максимально плотно собирая кимоно в свою ладонь. Это одно движение должно быть такое. Бам. Сразу, посмотрите, левая нога у меня уходит между его правым локтем и ребрами. Левой рукой беру пояс, правой рукой беру в области локтевого сустава. Бывает такой момент, то, что он не дает. Он закрывает, да, убирает локти. Я прям, посмотрите, все равно вы своим ахилловым сухожилием найдете его локоть. Вот, подобьете. Теперь чуть-чуть задача, чтобы пятка вошла в область локтевого сустава и в область ребер. Вставил, правой рукой беру его, левый локоточек. Теперь моя задача, когда я вставил это все, что сделать? Пятку что? С чем соединить? С коленом. И чем ближе я соединю пятку с коленом, тем легче. Что он мне будет делать? Закрыть замок. Если я не соединю и лягу, у меня нога вот это достанет, он будет лежать на моей какой ноге? Левой ноге. Я не смогу, мне будет тяжеловато. Чтобы этого не было, можно все сделать, ребят. Чтобы этого не было, ваша задача пятку пододвинуть ближе к колену. Ставил. Левой рукой беру его пояс. Правой рукой в область локтевого сустава. Начинаю. Посмотрите, что делать? Приподнимать. И когда я приподнял, образуется между пяткой и коленом пространство. Когда вот это пространство чуть образовалось, моя задача пятку максимально ближе подвинуть к колену. Теперь я на бок ложусь или по диагонали в левую сторону? По диагонали затягиваю в левую сторону. И когда я затягиваю, сразу у меня что делает нога? Левая нога приподнимается, правой ногой я закрываю замок. Посмотрите, я закрываю замок своим правым изгибом колена в области голеностоп. Вот это у меня замок закрыт. Вот так замок закрыт? Так замок закрыт? Если не получается, вы правой рукой что делаете? Подтягиваете ногу и правой ногой закрываете полноценный замок. Левую руку я просовываю через его левую руку. Правой рукой подаю, посмотрите, кимоно через его руку своей левой руки. Я опускаю куда сразу? Вниз. Попробую вытащить эту ручку с пальчиком. Что я сделал кимоно? Заблокировал. Теперь могу просто на бок лечь и отсюда держать. Моя задача, что сделать ногами? Максимально плотно. С пальчиком попробуйте. Максимально плотно что я делаю? Сжимаю что? Замок.